Пристальное внимание ремонту дорог частного сектора. Сколько в этом году щебня приобретено для данных видов работ? И планируется ли по возможности увеличить объемы текущего года закупок? Да, действительно, это является нашей приоритетной задачей. Наша задача поддерживать нормативное состояние не только дороги с асфальтобетонным покрытием, но и дороги частного сектора. В настоящий момент мы видим, что управление городского хозяйства приступило к выполнению наказов избирателей депутатам Кишинской городской думы. В настоящий момент на эти нужды закуплены 2000 тонн щебня на общую сумму 2 850 000 рублей. В настоящий момент рассматривается возможность приобретения еще 2000 тонн щебня для этих нужд. Ну и также все работы будут проходить под контролем не только управления городского хозяйства, соответственно, администрации. Да, безусловно, мы контролируем качество выполнения работы. Я лично выезжаю там на объект и знакомлюсь с ходом производства работы. В течение теплого периода года мы планируем эти работы завершить. Спасибо.